Приближался праздник Пасхи, и Иисус пришел в Иерусалим. Там, в храме, он нашел людей, продававших волов, овец и голубей, а также менял сидевших у столов. Беспорядки в храме. Скорее! Сделал из веревок бич и выгнал из храма всех, кто там был, а также овец и волов. Он опрокинул столы менял и рассыпал их монеты. Брать! Брать! И приказал продавцам голубей: уберите нас отсюда! Не делайте дом отца моего местом торговли! Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Боже, моя преданность дому твоему горит во мне, как огонь». На это иудеи ответили ему вопросом: «Каким знаменем ты нам докажешь, что имеешь право так поступать?» «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». «Ты воздвигнешь его в 3 дня?» 46 лет этот храм строился!» Но Иисус говорил о храме тела своего. И когда он воскрес из мертвых, его ученики вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус. Когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие уверовали в Него, видя чудеса, которые Он творил. Но Иисус не вверял Себя им, потому что знал их всех. Он не нуждался в том, чтобы кто-то говорил ему о них, потому что он сам знал, что было в их сердцах.